Миг за 3 секунды. Мамочка недовольна. Неужели ты хочешь получить ремня? Я жду Майка. Тайф-дайкес, ты просто бой дайсик, бро. Короче, продолжаем. Итак, полетели. Уху! До свидания, мамочка. Больше с тобой не общаюсь. Я уже хочу окончательно уже свалить с этой фабрики Poppy Playtime, потому что она меня достала. Вот, мы столько уже здесь времени провели. О! Это... Что? Неужели папа длинноногий... Блин, длинноногий папа существует. А я думал, это всего лишь фейк. Ну, типа, даже не фейк, а то, что фан-версия, понимаешь? А он реально существует, и даже малыш существует. У него синие ручки... И вот такое вот няшное тельце. Я понял. Возможно, даже продолжение будет вот следуя из этого. Ладно, идем. Посмотрим, что нас ждет дальше. В принципе, я уже любую фигню ожидаю. Может быть, даже папа длинноногий вылезет. Ну, это сомнительно на самом деле, потому что я его не видел в видосах. Ну, то есть там, когда случайно, да, я гуглил Poppy Playtime. Ну, смотри-ка. Очевидно, что нам надо вентиляцию. Ну да, конечно, куда же еще? Трубы всякие с горячей водой. Итак, здесь будут скримеры. Я так скримеры хочу в морду прям себе. Мамочка должна разозлиться 100%. Вот ждем. Буду идти от света. А то здесь вообще не рассмотришь. Дверь? Здесь я ничего не... А! Совсем забыл, то что наверх надо просто-напросто. Черт! Ай! Я себе все поломал. Нифига себе. Быстро я восстановился. Смотри, какой крепенький. О, смотри, пролезть могу. Но здесь нам нечего, да? Брать. Это я шагаю. Подумал, что звуки шагов не мои. Так, ну ладно, можно вроде бы дальше идти. Я так пытаюсь осматриваться, как обычно. Но здесь пасхалок, походу, в игре никаких нет. Просто вот представление, смотрите. Учитывая, как разработчики торопились уже... Все-таки выпустить эту игру. Да. Опачки, еще одна локация. Интересненько выглядит. Вау. Water treatment. Я загуглил водное лечение. Как-то так. Странно. Rotate bottom 90 degrees. Надо в бок крутить. То есть вправо, либо влево на 90 градусов. Как? А, вот, крутим что-нибудь. О, смотри, бумажку какую-то нашел. Ага. Значит, нам надо посмотреть для начала, что это вообще, куда нас что ведет. Ну, для начала хотя бы давай развернем немножечко. Такс. Я думаю, вот сюда... Вот так пусть будет. В принципе, ну, нормально. Нормально сойдет. Что у нас тут? Это что? А, игрушка просто, ладно. Итак. Не, по-любому нам надо... Блин, я так водичку хочу. Стоп, а я же не умру. А-а-а, понятно, мы через трубы проходим. Понял? Принял. Ладно, еще разок. Итак, в любом случае нам надо крутить. В любом случае. То есть никуда мы не денемся. Ну, допустим. Давай, нажимай. Крути. Еще на 90 градусов. Вот так. О, смотри, мы можем допрыгнуть. Ага. Такс. Все. Вот так мне нравится. Вот так вот вообще не спорно. Молчу, просто молчу. Реально, смотри. Такс. А вот туда мы допрыгнуть можем? В теории, да? А-а-а, понятно, конечно, не можем. Я уже задолбался погибать. Давай, крути. Еще разок. Все. Итак, наконец-то. Можем спокойно просто пойти. Давай не будем всякие... Велосипеды изобретать. Идем спокойно и смотрим, что у нас тут. О, Кэтби! А вот она и кошка-пчелка. Что было? О, словить могу? Стоп! Никак. Странно. Вообще никак. Куда они падают? Просто вниз? Ну вот, допустим, вот это. Ну? Куда моя рука улетает? Я что, сейчас просто подобрать хочу. Нет, зайчики, столько игрушек сломано. Мяу. To be or not to be. А я не думал...
Я не думал, что у нее такой голос. Она сказала, пчелка либо не пчелка, вот такой вот вопрос. Вот сейчас не понял. А, дальше. А вот и сломалась. Ладно, у нас тут два рычажка, надо сразу за два потянуть, очевидно. Оп! Еще кнопку нажать. А это для чего? Подожди. А, в разные стороны их вести. Ну, понятное дело, что надо вот сюда, потом оно там куда-то пойдет. Давай подниматься выше, пока мы не застыли. Давай! Ну и что, она меня не крутит? Ладно, допустим. Сначала кнопочки надо все понажимать, чтобы там все нормально перенастроилось. Ну, теперь-то я могу подняться? Пожалуйста. Ну? А-а-а, понял. Это чтобы вниз. Ну, хорошо, поднимаемся. Сейчас вот у нас туда коробки падают. Опачки. Так-с. И вот это надо развернуть. Стоп, не туда. Вот сюда. А что дальше? Так. Куда-то они у нас уплетаются. Куда-то не туда. Стоп, я их могу себе вываливать теперь? Ну, допустим, у меня тут одна... А? Я их схватил? А-а-а, они лопаются, когда я их трогаю. Понял. А куда у нас вот эта кнопка ведет? В мусорку, понял. Блин, о! Мне надо туда! Забрать. А, все, подобрал. Золотую подобрали. А мы можем отсюда просто выбраться? То есть вот. Для чего нам вообще эти игрушки? Типа вот, поднимаешься? Не, выйти я, кстати, за эту штуку не могу. Но зато я вот туда могу пойти. Вот, смотри. Ну вот сюда запрыгнуть можно, не? Не, надо как-то перенаправить игрушки в любом случае. Угу. А как это сделать? Пока что у меня что-то на ум ничего не приходит. Ладно, давай спускаться и думать. Так, смотри. Если мы сюда, если мы нажимаем синюю кнопку, то они у нас переводятся, конечно же, по синему туннелю. Потом по желтому. Ну и, конечно же, туда они не подключаются. В чем дело? Я что-то пока вообще понять не могу, что мне делать. Да ё-моё, еще по рычагу попасть не могу. Давай спустимся в самый низ, посмотрим. А? Да, вот, мы тут. И поднимаем вот эту штуку. Ну, толку нет. Синюю. Ну, ладно, поднимаемся снова. А толку реально здесь быть? Смотри, у нас все едет спокойно. Вот, тут поднимается. Дальше смотрим. Дальше поднимается. Может, вот тут вот надо резко Да нет. Не пон. И что это дает? Я не могу понять. Ну и что? Нет, я не понимаю. Я сдаюсь. В чем вообще дело? Как мне их вывести куда-нибудь хотя бы? Ну? Вот езжайте. Я же могу хлопать. Пым. Пым. Не, я вообще не соображаю. Что мне делать? Я могу только на самый верх подняться и что-то стоять здесь. Даже не вывалиться никуда. А-а-а, так вот оно что. Понял. А, нет, смотри, нифига. А вот туда? Тихо, блин. Теперь я снаружи, очуметь просто. Слушай, я могу вот туда попасть? Нет, не могу, слушай. Тихо. Тихо. Я в самый низ вывалился. Осторожно. Не, не хочу погибать. Но теперь я могу вообще везде прыгать. Это нормально вообще так должно быть? Так и задумано? Я уже вот так могу просто пройти, и лифт мне ни к чему. Ну реально. Смотри-ка. Ой!
Блин, самый низ упал. А это что? Это игрушка. Нафига я здесь? Здесь пасхалки есть? Стоп, а если я в самый низ упаду, я ж погибну просто. О! Что? Дай-ка я, короче, врублю настройки и врублю на весь свет. Так. Что у нас тут? Стоп, так это, походу, не нужно нам. Я отсюда никак не выберусь теперь. Что я делаю вообще здесь, а? Здесь даже трубы заканчиваются. А, так вот это красную двигает, а вот эта штука синенькую. Я, короче, могу еще вот туда попасть. А там что-то есть интересное или нет? Тут же интересно глянуть, конечно же, сейчас схожу туда. Реально, смотри, мы же одну игрушку должны были просто собрать и поставить сюда. Я догнал. А для чего я тогда вот это все делал? Блин, допрыгнуть я точно не смогу, мне запрещено. А потом мы в Game Station уже пойдем. Я думаю, вот так. Хотя Game Station, возможно, просто закрыт. Давай, двигай эту штуку. Эту отдельно. Вот так. Ну, сейчас, знаешь, давай вот так пока подвигаем. Нам надо, чтобы вот синенькая вот с этой соединилась. Вот типа того. Все, идем за игрушечкой одной. То есть вот эту всю махинацию с лифтом мы делаем только для того, чтобы взять себе зайчика. Это пипец какой-то. Вот, чтобы себе его привезти. Понимаешь? Так. Желтое. Мне бы спуститься немножечко. Во. И теперь ждем прихода игрушки. Я даже, знаешь, что думаю? Что пока они едут, я могу вот так в самый низ спуститься. Не-не-не, не могу. Конечно же, я не могу. Потому что я кнопку забыл нажать. Вот, смотри. Вот сюда, езжайте А, блин, я могу только одну себе привезти. Я понял. Эх. А я думал, сотни себе привезу. Ну, давай сюда. Все. Пым. А теперь сваливаем отсюда. Открывайся. Ну что ж, возвращаемся. Но меня все-таки интересует Game Station. Ладно, давай сначала вот туда. Наверное, там где-то энергию подключить можно будет. И потом нам откроется Game Station как раз. Вот, смотри. То есть мы крутим вот эту вот красненькую. Она очень долго крутится, но нажимая на кнопку, синенькая не крутится. Если правую кнопку нажимаем, то и синенькая крутится вместе. Вот, наконец-то мы идем в эту комнатку. Помещаем куколку. Да, работает. Ну, быстрее сканируй, я уже хочу зайти. Итак, что у нас тут? Вентиляция? Ладно, допустим. Я, кстати, Alien Isolation вспоминаю. Игра такая про чужого. Стоп, а может сначала сюда? Вот там тоже по вентиляциям постоянно ползаешь. Так. Здесь закрыто. О, там инвалидные коляски. Интересненько. Киси-миси там. Снова тот же портрет. Наверное, все завалил. О! Буги-бот. А еще здесь у нас красная... Это... А где найти? Подожди-ка. Давай назад тогда. Хотя... Сначала Буги-бота послушаем. Буги. Буги. Am I a real boy? The robot crossed the road. He was programmed to do it. I love you. Уэлл меня любит, сказал. Do you love me? Люблю. Dance with me. The button hurts me. Все, сломалось. Так, а что у нас тут? Блин, комнатка такая милая, знаешь. Так, здесь у нас энергия. Ладно. Нам надо как-то за 10 секунд сюда протащить энергию откуда-то, а пока неизвестно откуда. Возможно, отсюда. Но я сомневаюсь. Да, сомневаюсь. И правда, мои сомнения оправдались. Но нам надо как-то, да? Я понял, сейчас, наверное, нам придется использовать руку по полной. Это прям очевидно. Я уже знаю, что надо сделать. Походу, реально знаю. Давай сначала смотрим, что у нас тут. Один. Ну, понятно. А, стоп, нет, подожди-ка. Так энергия у нас там была или нет? Не пон. А это что? А я могу здесь пройти? Нет, не могу. А вот это что? Упасть и погибнуть? Давай попробуем. Да, меня убивает, но это очевидно, блин. Смотри, что вижу.
Вот здесь вот есть что, вот эта подъемка? Вот здесь вот непонятно что. Ну ладно, допустим, смотри, вот так вот окрестим. О, открылось, смотри. Так. Но все равно нельзя, смотри. Вообще никак. Странно это. Но, ладно. Так, тогда воспользуемся вот этой штукой. Оп! Тихо. Стоп, так мы же реально не можем активировать. Но и так мы не протащимся, смотри. Вообще ни в какую. И что делать? А как энергию подать? Оп! Как вот эту штуку вот активировать? Ну, видишь, мы никак получить не можем энергию. Вообще без шансов. Интересненько. Я пока что еще не понял, как. Туда передать энергию не можем. А, походу, понял. Смотри, у нас на секунду воротинка открывается. Видишь? То есть мы вот так заряжаем руку. Теперь мы вот так вот вокруг да около. Потом у нас супер энергия дается. Быстренько сюда и подключаем. Ну, это было изи. Теперь можно еще и забрать, пожалуй. И передать сразу куда-нибудь. Стоп, меня тащат. Эй, правая рука, почему ты не нажимаешь? Я игру, что ли, сломал? Походу, реально. А, нет, не сломал. Смотри. Стоп, а что это мне дало? Я же вообще ничего не сделал, по сути. Может быть, кассета где-то прям запрятана, что вот сложно ее реально найти. Вполне такое вероятно, и это грустно. Как я ее возьму? Так, энергию подключаем. Снова же берем вот эту штуку. Вот так вот. Крест делаем. У меня рука не зарядилась. Почему? Вот. Так, вот это вот сразу же. Оп. А, стоп, а зачем мне, если мне на секунду надо? Понял, понял. Так, ладно, допустим, сейчас рука у меня как бы заряжена, ждем пропажи энергии. Ну давай уже, супер рука. Она не разряжается, что ли? А, вот, смотри. Все, раз. Быстренько. Оп. Почему разрядилась? Я сейчас вообще не понял. Ладно, допустим, еще раз. Вот так вот. Давай быстренько зарядим, пофиг. Оп! Тихо! Ничего, оно не подает. А, вот. Теперь забираем отсюда энергию. Нет, не успел. Ладно, еще раз. Ну, походу, да, надо здесь очень быстро пробегать. Ну, давай, передавай ты уже энергию. Все, 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 быстрее, быстрее, быстрее. Отпускаем левую руку. Итак, а что это мне дало? Подожди, я что-то не понял. Я что-то потерялся. Подожди. А, блин! Ё-моё, вот дурак я. Ну ладно, давай заново. Все, вот теперь я догнал, что делать. Мне что-то из башки вылетело. Давай быстрее! Оп, сюда передавай, передавай, передавай. Так. И давай туда, туда, туда. Ну, чему оно... Давай рука. И чё? А чё зеленая рука не тянет? Подожди, я что-то не так делаю, что ли? А, все, 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 теперь я точно сообразил. Долго до меня доходило, конечно. Но все-таки давай сделаем это. Итак! Ну блин! Так. Давай быстрее, быстрее, быстрее. Ну поторопись, у нас сейчас котлетки с макарошками. Нет, с пюрешкой. Давай сюда, 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 сюда. Так, у нас дверь тут открылась. Быстренько энергию и... Не подключается? Надо еще вот эти вот быстрее! Я забываю! Нет! Ух, успел! Я думал, уж не успею. Итак, у нас что-то там включится сейчас. Какая-то дверь. Что-то открывается. Воротина! Идем туда! То есть вот сюда. Все-таки... Нифига себе! Что мы тут делаем? Черт! Да я упал. Не, а как же красная кассета? Я ее так и не нашел. Ну, блин. Казалось, что бургер лежит. О! Нифига!
Ничего себе! Она сказала, что я жульничал. Еще одну игру? Прятки! Она говорит, что в прятки поиграем. Че с ней? Че у нее с мордой? А я не буду прятаться, мне пофиг. Нифига себе скример. А что если я вот так буду дальше стоять? А, она меня просто толкает. Нифига она страшная. Боже, она реально стрёмная. Ну чё, прятаться будем? Пипец у неё морда. Я не могу, ты посмотри на её лицо. Прячемся. Быстрей. Бежим. Ну, я успею, я быстро как бы свалю. А мне интересно, как она будет бежать? Будет что-то чокнутое? Куда она делась? Ай, блин! Нифига себе! Ну и все-таки я хочу вот туда вот. Да блин, ты достала! Мне прятаться от нее или нет? Ну, мамочка, хватит! Такая злая, а? Смотри, какие у нее руки, а? Просто ужас. Ладно, я бегу, короче. Ну что ж, сможем, нет? А если упасть, то больно будет? Не, кстати, не больно. Куда прятаться вообще, а? Быстрее, бежим. Так, 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 так. Я пока не понял, что делать. Просто бежать, типа? Смотри, у нас здесь все игрушки будут показываться, походу. А что так не страшно? Где вообще... Ну, какая-то погоня? А куда прятаться? Давай-ка мы бежать от нее продолжим в следующем видосе. А сейчас, надеюсь, тебе понравился этот видос. И ты поставишь мне лайкусик. Подписывайся на мой канал, чтобы быть няшечкой. И, конечно же, не теряй!